Ну нет, а он, блин, снайперки носит. Да ты сказал снайперка, я хочу сказать автоматы и все, и началось. Все хочу гранатомет. Ну нет, ну зараза. Пожалуйста, ждите. Сейчас уже не я гружусь. Я гружусь. Видите, там все бум-бум-бам-бам. Вперед. И автомат полный. О, что-то мне не нравится этот звук. О, что-то вообще все началось очень плохо. Кто там, Олег? Орбитальный удар. А, это сверху? Еще лучше. Да, вот в голову, видишь, сносишь, и у них эти выпадают. Так, я активирую. Давай. Уже спереди робот. Так, ну вот. Сверху, сверху вертолет бьет. Аккуратно. Прячься. Потому что вертушки. Да там робот. А, не робот. Так, что у меня? У меня есть 7 гранат. Не ноль. О, он сюда бежит. Мужик. Да, это сканер. Да, вот я только что прочитал. Он подсвечивает сквозь врагов, сквозь эти. Вам надо быть в сфере, чтобы видели врагов. Да, понятно. Да там сейчас очень плохо быть в сфере этой, потому что... Так, я сейчас его глухану. Все, я... Мне кажется, ему все равно. А, нет. Во, нормально, его можно разбивать. Что это? Да, ты попал. Под мой метод. Давайте добивайте его, пока я углушу робота. Или вы его не видите? У меня вообще никого нет. Понятно. Нет, он снизу. Нет, он у меня вот куда стреляю. Не надо пытаться выпрыгнуть усердно. Ну понятно, он тебя залагал. Короче, я только его вижу. Все, я его завалил. Да. Лаги, это не круто. О, что это за хрень? Топлер как спецназовец. Спустился такой. О, я как спецназовец залез наверх, чтобы я легко там танковал. Это дисковые эти. Фая! Так, сейчас минуту, гранату вверх закину. Все. О, сейчас я эту изону. Давай. Нет, что-то она не бьет. Только она каких-то роботов только подсвечивает, непонятно. О! А, умри! Офигеть! Прям игрок с Педро предал Сигиро. Прям, блин, дуло мне залез. И чё так чётенько? Огнемет? Что? Так, давай, Олег.
Мы, я тебя тут жду. Чтобы два снайпера. Она вроде не попадет. Не, она на месте снайперка. Или у тебя снайперка есть? Нет у меня снайперки. Вот, спускайся сюда, где я. Я тут специально остался. Чего это там? Вот, в воде тут ее ищи. Ура. Так, а кто у нас третий? Дэн, да? О. Взял, поплевал в меня. Я сейчас сдохну. Так, к этой? Лечись на вешку, чтобы принудительно. Так. Сколько там сундучков? Интересно, нам не жалко в резиновых водолазных костюмах бегать среди горящего города? А, не то. Аккуратно только друг друга не застрелите, это сейчас. Встали так рядом прям. Один с пулемета куда-то непонятно. О, то есть наверх можно забраться. О, снайпер. И ракетчик где-то еще внизу. Гори, Олег, прям под это стоишь. Ох ты ж ё! Ты робот за тобой бегает, Олег. Я вижу. Где он? Блин, сам себя плазмогранатой рубанул. У меня. Но не робота. Не, почему попал в робота он? Вот сейчас взорвется робот. Смотри, у меня граната приманка третьего уровня. Вон еще вверху робот. Да, это твоя приманка. Блин, у меня ни тепла нету, ни хп. Где? Вижу. У меня снайперки снова нету. Закончилось и новое все. О, есть. Сейчас рванет. Все. О, чекпоин. Ща, надо чтоб... А, ладно. Так бы, если бы... Олег был бы рядом, он бы тоже тепло получил. От концовки уже. Не, ну все равно сохраняется тепло прогресса пушки. Разве? Да. Она переносится на следующую. Это если проходим эту, как ее, лаву. Типа того. Блин, шестистволка какая-то слабенькая, должна быть мощнее. Прокачивай. О, уровень успехов по эпизодам, оп, 100%. Мы успешные, ребята. От любви хотяк. Хм.
Чувак с пулем, с этим, это дробовик, народ. Чувак с дробовиком стоит с БМ, с боевой машины. То есть выстрелит, 100% убьет. Если попадет. Да я могу и с автомата убить. В голову. Он как Олега. Ну да, у тебя убивает это с автоматом в голову. Оу-оу-оу. Что-то он убежал, мне кажется, это очень плохая идея. Спасибо. Прибежал обратно. Так, я буду, если что, сзади подхиливать. Повидишь, мне 5 косарей так и осталось. 3000 у Олега, 1500 у тебя. У меня вот 5500. Да ё-моё, кто сзади-то? Это справа, там снайпер. Все, я его снес. И вот этот с дрободаном с пушки. А, сзади вас щитовик бьет, ё-моё. Тебя чуть не убил. Что, захватываем или пока поизучаем? Да поизучаем давай, может, тут пушки. Потому что тут еще отстреливаются люди. Надо всех зачистить. По чуть-чуть. О, Олежка, давай, включай это. Братюня. Только аккуратно тут это поезд, чтобы не раздавился. Интересно, есть ачивка быть раздавленным поездом? Наверх. О, карту увидели. Это что тут еще есть? А, кошки не хватает. Спасибо, Женя, скинул меня. Тихо-тихо-тихо, аккуратно! Женя, ты меня скинул вниз, ты понимаешь это, да? Да. О, кстати, если на поезд забраться. Забрался, да? Да, я кошкой на него цепанулся. Так нельзя делать. О, я вижу ящик, для которого можно вскрыть. Где-где-где? Где-то наверху? Угу. А, всё, нашел. Стой. Ну-ка, чё тут? Ой! На, тебе как чувствую? Дробовик фуловый. Давай. Чё, там снайпер? Да. Обычная или БМовская? Ну, у него... Обычная. А, ну... Да, обычно, но всё равно. Всё, активируем. О, щитовик пришел. Всё, умер щитовик. И что нам? А нам тупо эту точку защищать, что ли? Uh-huh. А, ну это хоть не несколько точек. Как это было? Я зря, он не получает урон. А, блин, хитрый какие. Там сбоку бьют. Офигеть. Сзади, сзади, сзади. Блин, не того ударил. Пая, пая, пая! А, дверь она это. А, они тут респаунятся отсюда. Можно просто стоять. Блин, Дэн так стоит неудобно, что я боюсь по нему попасть. Ох, меня с ракеты пальнули. Бум, добили. Блин, да. Их тут толпа. Я знаю.
Сейчас гранаты, короче, туда позакидаю. Блин, отключили, нет? Успели, нет? Ну, Жень, Женя! Чё? За, ну, если бьёшь, это века! Да, блин, мне, тут там с другой стороны тоже их целая толпа. Блин! Буквально секунду не хватило! Блин. Да, я пока до вас дойду, я 10 раз умру. Там же точка была, резонта. Так я от этой точки пока до вас дойду, нужно через два респа пробиться до вас. Короче, надо где-то засесть. Это плохая была идея у нас. Это хорошая здесь идея. Просто то, что... Нет, они видишь, толпы бьют и все. Ну да, надо было мне просто взять коридор. Это оружие ближнего боя в руки. И я что-то смотрел, короче, меня убили, а вы там в кармане глубоко засели. То есть вы не эту точку защищали, а защищались в кармане. Ну, в кармане, ну, эту точку били все равно, потому escape, что если... Эскейп. А сам-то не нажал ли? Не, нажал сразу, я сам первый. Да. Но она... я по цифре 2. О! Да мы тут недалеко вроде. Не, мы тут и недалеко, это есть уровень сейчас защиты этого. Уровня-то. Просто надо сейчас как-то рассредоточиться так, чтобы... О. Так, мне надо мой снайпер взять. Да, забери, и потом мне отдашь дробовики. А, поезд. О, дрободан. Подожди, где ты снайпер? Блин, я не в ту сторону побежал. Ну кто она? Чуть дальше. Блин, я пушку отключил. О, это походи. Ну, вот тут снайпер какой-то, дробовик же это. Да, я помню, да. Олежка, может, ты где-нибудь найдешь какое-нибудь местечко, чтобы тебя не могли убить, а ты выцеливал именно вот это вот, то есть именно вот это вот, то, что мы должны охранять. Да вот тут вот здесь, где вот он снайперку подобрал, вот здесь, мне кажется, самая хорошая защита. Тут как раз мешки стоят. То есть снизу, ну, прям сложновато ему будет попасть. А я с дробовика где-нибудь. Ну, хорошо, попасть. Давай попробуем. А я где-нибудь там с дробовика постою. Рядом. Рядом. А может в этом же и кармане я останусь, в принципе. Ты чё? Всё, а ты будешь там, да? Да. Я нет, я сейчас туда к тебе приду. А, тут будешь. Я вот здесь вот стану. Я никогда буду подходить, я их просто вырезать буду. Ну всё, я тогда буду с спином стрелять нормально. Ладно. Все, 2 минуты пошли. Блин, на выходной хоть поезд ездил, убивал. У тебя там кто-то есть, Жень? Или нет? У меня там красная точка. Да, тут я убил. Чувак упал откуда-то. Пока идет нормально. Ну, кстати, ящики можно притягивать кошкой. Круто.
И тепло, кстати, тоже, мне кажется, можно притягивать кошкой. Вряд ли. Жень, сзади. Циклопов убивай, Олег. Ах ты же сволочь. Ох, там чувак с ракетой. Все, меня зарубили. Блин, я тебя застрелял. Да там неудобно. Там жесть, стрелял. Просто втроем одновременно, Жень, сзади. Да, они нет. С ракет в упор стреляют. Ну что это такое? Не, ну так все-таки сейчас это. Как-то не так толпой пошли. Видимо, рассредоточились хорошо, что не в один коридор лезут. О, меня мешки уничтожили. Пофигу. Главное сейчас выжить. Зачистить, выжить. Ты видишь мое хп? Но у меня падает постоянно, у меня нету этих тепла. А, тебе тепло кончилось? Надо было мне сказать, тебе. Ну мы выжили, вроде, или нет. Сейчас, наверное, что-то сделать надо будет, да? Нет, да, нет. Это, да. Это наш бот. А, хороший бот. Который так. У него аим-бот. Аим-бот, да. А Олежка не допрыгнул. Не, почему-то же втроем эти были. А когда оно выполнено? Они же отключили этот столбик. Нет, я же там отстрелил, гранаты кидал. Там капец, сколько я там народу перерезал, а? Это жесть. 9 ящиков. Блин, у вас. Я ни одного не взял. Хотя я видел их там очень много. Ну да, не попадает. С рукопашки, когда убиваешь ящик. А, Олежка. А, Женя написал бас. Бас. А у меня жопа. Жопа. Ас. Ас. Жопа. Открыть ящики. 17 тысяч. А, все уже, да? Да. Да, ну, надо... Мы приплыли, всех вырезали, угнали поезд. Отлично, отлично. Открыть ящик. Нормально. Ну все, можно открывать, да и закругляться на сегодня. Да. Классненько. Вы получили новый возглас. О-хо-хо. А, я, блин, опять забыл про возглас. Я же хотел поугарать. А, завтра. Да, я тоже там хотел. Ветер в голове. Ну, хоть одну-то оружку мне дайте. Все, селфи. Новое боевое имя, боевое имя, боевое имя. Зараза, ни одной оружки. Одни боевые имена и возгласы. О, вы получили новую способность. Запас термоэнергии. Ну, я теперь буду хилом, короче. Да, кстати. Может там есть на реген ее? Ну я сейчас посчитаю, что она дает. О! Ручная граната 3. Принят. Все равно ее не использую, так что. Ага. По крайней мере, для убийства врагов. Не, что у меня это способность. Я говорю, ты ручные гранаты для убийства врагов не используешь. А, ну да. Только для союзников. Ну, пушку дайте, пожалуйста. Ай, ублюдки. Меломан.